администрации округа подвели итог летней оздоровительной кампании. Увеличение финансирования почти на 10 миллионов рублей позволило в этом году приобрести путевок больше, чем в прошлом, и охватить активными формами летнего отдыха более 90% школьников в возрасте от 7 до 15 лет. В этом году на организацию летней оздоровительной кампании потрачено более 36 миллионов рублей, из них свыше 21 миллиона из бюджета городского округа.